можно, знают люди все на свете. В этом месте ходят дети. Эти малыши пока не переходят дорогу самостоятельно, но правила дорожного движения знают на зубок. В детском саду номер 82 занятия по безопасности дорожного движения проводятся регулярно. Главная дорога, посмотрите. То есть кто выезжает с других маленьких дорожек, они должны остановиться. Пропустить других машин. Молодец. Дорожные знаки, светофор, машины, мотоцикл, зебра. Все как в жизни, только маленькое. На специально оборудованной площадке сотрудник ГИБДД Евгения Воронина повторяет с малышами основы безопасности. Ребят не пугает форма. Евгения – частый гость у ребят. Каждой встрече малыши искренне рады. Знают, что будет интересная игра. Может выскочить машина, и человек задавит. Дальше. Так. И поэтому нужно переходить только на зеленый цвет светофора. Сложные правила превращаются в увлекательную игру. С 3 лет воспитатели детского сада занимаются с детьми по специально разработанной программе. Пока такая площадка в городе единственная. Мечта, наверное, каждого руководителя, что в каждом дошкольном образовательном учреждении была такая площадка. Потому что это, конечно же, бесценный материал для того, чтобы дети могли при выходе из детского сада получать азы по правилам дорожного движения. Загадки, аварийные ситуации на дороге в игровой форме, подарки за смекалку и правильные ответы. В игре дети не только лучше запоминают, но зачастую и поправляют родителей дома, говорят сотрудники госавтоинспекции. Они настолько в этом возрасте все усваивают, они прямо схватывают все на лету. При этом они еще приходят домой и рассказывают родителям о том, что как надо правильно переходить дорогу или как надо передвигаться в автомобиле детям. Для ребенка любая дорога – опасность. С начала года в Одинцовском городском округе произошло 7 ДТП с участием детей до 16 лет. Из них 6 пострадавших и 1 погибший. На детской площадке ошибки еще можно поправить. Педагоги и сотрудники ГИБДД уверены, их работа обязательно должна подкрепляться личным примером в каждой семье. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».